проходит уже пятая ежегодная конференция по рынку товаров роскоши «Франко-российская торгово-промышленная палата». Главная задача мероприятия, наверное, прежде всего информировать компании, информировать клиентов и дать наиболее свежую информацию как о текущем состоянии рынка роскоши в России, так и проанализировать возможные перспективы развития. Особенность заключается в том, что здесь собираются действительно профессионалы отрасли, действительно профессионалы узкого сегмента, и мы все друг друга понимаем, разговариваем на одном языке, потому что мы представляем товары класса люкс. Это, пожалуй, уникальная площадка, где можно действительно из первых рук услышать от инсайдеров этого рынка, что же такое люкс сегодня, как он формируется, кто делает реальные продажи и какие вызовы сегодня стоят перед этими брендами. В этом году я поражен, насколько качественно целиком сделана программа конференции. То есть, если в прошлые годы я видел, что основной интерес приходился на те темы, которые в первой части покрывались спикерами, то сейчас вся конференция от начала до конца, каждый доклад, я считаю, крайне интересным. Это единственная конференция, посвященная теме люкс в России, и она собирает очень большое количество крупных игроков, международных компаний в одном месте. И просто прекрасно, когда компании имеют место и возможность поделиться о своих наблюдениях. У люкса есть свои правила, свои законы, свой потребитель, свои лидеры и свои хитрости. И вот как раз именно эта конференция, она немножко приоткрывает занавес тайны, как же зарабатывать на люксе даже в период кризиса. Ce qui m'intéressait surtout aujourd'hui, c'était les nouvelles tendances, de savoir quelles seraient les prochaines problématiques des clients, leurs nouvelles façons d'acheter, les nouveaux besoins qu'ils pourraient avoir, puisque derrière, en tant que partenaire de nos clients, il va probablement falloir que nous adaptions les modèles pour pouvoir répondre à ces demandes. Нужно все-таки какие-то платформы, где люди знают, куда идет общее движение, и быть уверен, что мы все идем в это направление.